Здравствуйте. Я пожрать опять села. Макароны. Макароновичи. Макаронные. Чуть-чуть. Так, слегонца. Меня там еще жареха, потому что жарится. Вот. С майонезом. Вот. Оп. Икру надо доедать. Пока не протухло. Короче. Было вкусненько. Сейчас я это все подмажу. Какая котлета сочная. О, какая котлета. Какая котлета вкусная у меня. Какая я молодец. Наварила я. Больше мне не жалко. Тра-та-та-та-та-та-та. Поняли? Угу. Да-да. Очень вкусно. Обалденно. Салатика не хватает. Саблинка все помидоры съела. Лепота. Я сегодня на диету хотела съесть. На лопухи. А лопухи у меня еще не выросли. Надо сесть и на диету. На денек. Хотя бы. Ну, в народе это называется разгрузочный день. Мне одного дня не хватит разгрузиться по-любому. Пару недель надо. А за сколько срать ходите раз в день? Объясните мне, сколько срать не ходите в день? Вот сколько раз вы срать ходите в день, столько надо и разгрузочных дней. Очень вкусная котлета. Хрен его знает, как она называется. Зарин, ну что ты к нему лезешь? Зарина! О, господи! Опять не поделили! У меня там жареха сейчас подгорит. Не уходите. Надо помешать проще. Ах, блин, немножко горячая. Сейчас я, секундочку. Видите? Видите? Видели? Смотрите, как картошечка поджарилась у меня. Обалденно. И не сгорела. Сейчас сливочного масла сюда добавлю. А в конце сыра тертого. И под крышечку выключить. Вот, она почти уже готовая. Сейчас сюда сейчас я вам все покажу. Бестолковый, не поймете ничего без меня. Сейчас. Вот. Вот. Ложите. Вот так. Плитку выключили обязательно. Сейчас, моя зайка. Сейчас, мое солнце. Сейчас, мой персик. Сейчас мы золотой. Я людей научу. Вот, видели? Берете масло, чтобы оно в печи у вас не погасло. Извините. Кидаете вот так вот. Побольше не жалейте. Потому что это жареха. Вы извините. Иногда бывает. Зайка, перестаньте. Подождите. Видите, я людей учу. Не это.
Поняли? Вот, видите, оно тает, тает, тает. Вот так все тает. Это вот целые, целые шляпки, понимаете, с ножками. Вот с ногами есть. Вот. Мне жалко было резать. Я обычно режу, а тут, думаю, так красивее, да ведь? Возьмешь, как пожуешь, ништяк получится. Вот. Я люблю с этими грибы-то, как они? Ядреного ж, нога налево, пяткой в нос. Этот. Ёкале ты мане. Губка-то такая у них. Как они? Ёпарасата, из башки вылетела вообще, блин. Этот. Короче, неважно. Оранжевые такие губчатые. Вот. Вообще обалденные. Они как сопли. Так. Очень вкусные. Очень-очень-очень вкусные. Вот. Потом потерли вот так вот. Можно заливать яйцом, кто любит. Можно помидоры добавлять. У меня помидоры, видите, она все слопала. Никак не, нету помидоров. Тю-тю помидор. Вот. Вот он, новый. Новый рецепт. Это Ринки. Масло кинули. Кинули вот это. Сыру. Просто сыру. Потерли. Кусочек, кто не доел, там в холодильнике найдете. Дотерете, чтоб не выбрасывать. Блин. Чтоб не выбрасывать, поняли? Вот. Он маленько подсох, но ничего страшного. Вот. Дотираете до конца. Что не получается, туда кидайте, он все равно сплавится. Вот. Все равно сойдет так. Вот, поняли? И под крышечку. И на обратно. Поняли? Все запомнили? Записывайте. Пока я здесь спрашивайте, я напомню. Все. Еще одна минута. И все. Я молодец. Я еще одну котлету заслужила. Коза идет рогатая. Ой, ёкала, мадам, макароны потеряла. Извините. Я только торопливая сегодня. Я хочу все-все успеть сегодня. Я вчера потому что пролежала. Мне шея чуть не отпала. Я вот это носила. Так носила. Видели его налево. Поносила, сегодня легче. Да, моя большая башка уже туловище не держит ни хрена. Москиты прибавляются, потому что. Ёкало мане. Тут еще можно на раз поесть. Нифига себе. Эй, Сабрина, сегодня на чай пейте. Вчера пришла с подружкой. Рассказывают. Было ИЗО. ИЗО, рисование. Она не выложила вообще ни хрена. Про кого надо рисовать, про что надо нарисовать. Не объяснила тему. Они ничего в интернете не нашли. Весь класс. Приходит не готовый. Она ставит двойку. Всем. Здесь спрашивают, можно исправить? Она отвечает, а что, говорит, вам исправлять? Вы, говорит, все равно, говорит, все, говорит, это. Без толку, короче. Поняли? Не дала возможность детям исправить. Ни за что хотя. Вообще пипец полнейший. Девочка опоздала, переодевалась на физкультуре. После физкультуры или на физкультуре, не помню. Девчонки рассказывали из класса. Ну, быстренько все переоделись, она не успела. После физры, по-моему, начинался другой урок. Она не успела переодеться. Она при всем классе. Не успела переодеться, стань посредине класса к доске и переодевайся перед всеми. Поняли? Я говорю, случайно мама этой девочки в курсе этого? Весь класс в курсе. И все вот в курсе из родителей. Все в шоке находятся от классного руководителя. А ты, говорит, встань посреди класса, выйди к доске и переодевайся перед всеми. Или унижает ученика перед всеми. С этим не дружи, с тем дружи. Представляете? Это моральное унижение ребенка. А потом говорят, почему наши дети что-то с собой творят. Маленькие закройте уши. Не для вас.
сколько случаев было, что из-за учителей, из-за школы наши дети поступают такие поступки непоправимые. Я говорю, за один вот такой вот этот надо гнать со школы просто, без всякого. Некому учить детей, блин. Некому их учить. Но мы будем держать такого педагога. Пока беды не будет. Сделался такой случай, я как считаю. Из школы все, до свидания. До первого даже замечания никакого. Это непозволительно для педагога так относиться к детям. Не педагогично. Это не мне об этом говорить. Но я так считаю. Это мое мнение. Я думаю, что меня многие поддержат в этом. Я знаю, что они увидят это. Узнают это видео. И я во всем в этом, что я сказала, я права, я считаю. Всем добра.